Привет, привет. Мы сегодня мы откроем секретик мой маленький. Какой же твой секрет? Не расскажу секрет тайный. Тайный секрет? Вы сейчас все увидите своими глазками. Да? Да. А помнишь, Медина, мы открывали в том видео подарки с большой-большой сумки. А сегодня мы будем открывать еще один твой подарочек. Вот он нам пришел. И это для Медины сюрприз. Медина. Что это? Как ты думаешь, что это? Это для Мединки суперский костюмчик. Медина, ты примеришь? Да! Супер! Большой секрет. Друзья, спасибо. Спасибо большое. Ну что, Медина, ты готова получать дальше подарки? Ты превратилась в маленькую фею. Нет, я единорожка. А, единорожку. Маленькую, красивую единорожку. Я Флаттершай. Ух ты, Флаттершай? Флаттершай. Она любит цветочки, из животных. Да? И у тебя на футболке вон нарисованы единорожки, оказывается. Ух ты! А дальше в коробочке было кое-что. Что? Сейчас я достану. Единорожка! Смотри, какую единорожку тебе прислали! Вот это! Ух ты! Это девочка нам прислала. Как ее зовут? Не помню. Ух ты, это секрет, попросили остаться. Ребята, напишите, как вас зовут. Они обязательно напишут нам в комментариях. Да. А мы посмотрим сейчас. Кто это мне прислал вот это и вот это? И я дальше что-то увидела там интересненькое. Как ты увидела, это же секрет. Давай покажем большую-пребольшую капсулу. Да. Смотрите, какая. Я хотела, чтобы мне вот эта единорожка попалась. Да, хочется. Она с один раз попадалась такая, да, маленькая? Да, только некрасивая. Угу, такая, девочка. Мальчик. Девочка. Мальчик. Девочка. Ну что, открываем? Да. Для всех интересно, что там большая-пребольшая капсула. Смотрите, она огроменная. Ну, наконец-то мы научились открывать руками. Вау, золотая. Золотая капсула? Да. Она такая огромная. Кому понравилась эта большая капсула, ставьте лайк. Розовая. Ох ты, она какая-то двойная, да? Видите, ребят? Да. Тут надо папу узнать. Да. Смотрите, ребята, здесь тут еще пакет поняшка. Поняшка? Да. Ты думаешь, это поняшка? Да, я думаю, что тут вещи ее. Она музыкальная, наверное. Смотри, здесь есть какая-то кнопочка. Ну-ка, давай выдернем. Что она делает? Нажми. Она что-то должна делать. Ничего не делает. Я за тобой не успеваю. Нет, она что-то должна делать. Она может музыкальная. Ой, я что-то открыла. Пакетик. Давай смотрим. Тут, наверное, пакетик. Давай смотрим. Попались туфельки. Туфельки попались. Вот тут будет. Хорошо. Что у нас там дальше ждет? Я выберу вот этот. Так, дальше. Ты пони. Я думаю, пони. Я думаю, что там сосочка. Она же у нас девочка. Тебе понравилась пони наша? Колючая. Колючая Мединка. Что там? Пип-пип. Пип-пип. Что там? Сережки. Сережки золотые? Да, золотые. Такие красивые. Интересно, что ж там будет за куколка такая? А там что есть? Смотрите, ребята. Ой, какие красивые. Тут еще побольше. Итак, что там у нас внутри? Еще одна. Она может с вами? Конечно, можно. Сумочка. Сумочка у нас вышла. Таких у нас миллион, да, сумочек? Да. И открываем. А ты все открыла? Капсулки? Все эти? Да. Ну что там выходит?
Опять эта подделка. Да? Да, я думаю. А, что там? Голова. Голова? Опять. А, что? Опять эта подделка. Подделка. Там что-то еще есть. Как-то скучно, да, стало? Ну ничего, нам вам спасибо большое. Да, но мне за то, что вы прислали нам такой красивый подарок. Ну такая у меня эта подделка есть. Ну ничего страшного, нашу коллекцию. Ребят, смотрите, какая красивая капсулка. Единственная радость. Вот это. Потому что я там светится. Могу куколки поставить. Да, вот это будет этаж первый, второй, да, для наших куколок. Это светится ночью. Да, ночью светится. Красиво, Миди? А как он выключается? А это большой-большой секрет. Увидела мама. Скажи, мамочка. Мамочка. Ребят, о, нам вот такая лолпа попалась. Голая. К сожалению, она голая, без платья, но зато с красивыми сережками. А можно ей вот так сделать платьишко? Из вот твоей резиночки? Да. Ясно, ясно, ясно. А еще у Медины... Нет, но все равно она мне нравится. Нравится? Да. Она на тебя похожа, да? Цвет нет, волос. Нет, только у нее челки нету, как и, у меня. И жалко, что не единорожка, да? Да. Но все равно красивая, она единорожка, а только у нее дырок нету. Понятно. А еще Митинку ждет сюрприз. И тоже связан с чем? С единорожкой. Я это сюда положу все. Медин, показать тебе что-то? Я ничего, это не... единорожек, кого ты всех больше всех любишь? Флаттершай. Да ты что? Она своя. А это у нас что? Смотри, какая красивая сумочка. Раскрашка. У нее здесь, смотри, есть... Это моя любимая пунька. Фломастеры красивые. Ты можешь красиво разукрасить и ходить в детский сад с новой... сумочкой. Дай. Круто? Да, я хочу это. Вот это супер ее. Подарок. Ну давай, начинай рисовать. Наклеил. В ожидании. Что же Медина нарисует? Не получается. Сначала я сначала. Какие маленькие фломастеры, у меня таких нету. Я зачала ей вот тут.